Так, провітанне ўсім. Сёння ў нас 7 кастрычніка, нядзеля, і мы сёння будзем выказваць вам чарговы наш выпуск навінаў за тыдзень. На жаль, пока нікога больш няма, толькі я. Ну, таму пачнем. Так, вот первая у нас новость на сегодня, это насчет того, что участница движения «Матерей 328» объявила голодовку под стенами СИЗО в Минске. Марина Мацулевич, мать одного из обвиняемых по статье за незаконное обращение наркотиков, заявила, что будет сидеть на скамье у ворот СИЗО номер 1 по улице Володарского в Минске, пока к ней не придет прокурор. В видеотрансляции в Facebook женщина заявила, что следователи сфальсифицировали дело ее сына. «Я буду сидеть и ждать, пока они не признают ошибки, допущенные в деле моего сына», – заявила Марина Мацулевич. Также женщина попросила прокурора, прокуратуру, следователей и суды не держать людей за идиотов. Ну да, это вполне возможно. Активистки движения «Матерей 328» добиваются смягчения наказаний по наркотическим статьям. Они утверждают, что матери против наркотиков и за светлое будущее молодежи. Весной 10 участников движения провели 15-дневную голодовку, чтобы добиться встречи с Александром Лукашенко и создания комиссии, которая бы пересмотрела дело по статье 328 и смягчение самой статьи. В результате их пригласили в администрацию президента. Но что тут сказать? Это довольно-таки спорное дело. Поскольку, с одной стороны, конечно, мы знаем, что у нас нет разделения по, скажем так, по сортам, что ли, наркотиков. То есть и за тяжелые, и за легкие, то есть тебе и за какой-нибудь героин, там, и за травку одинаковая светит статья. Но, с другой стороны, конечно, смягчение наркотической статьи, мы сами понимаем, к чему может привести. В 2014 году, в конце 2015-го, просто засилье наркоторговцев было. И эти жесткие меры, они все-таки смогли снизить количество тех, кто торгует. Поэтому, ну, далеко не все, я уверен, там невиновные сидят. Вопрос скорее в другом. В том, что в магазинах, например, алкоголь продается свободно практически. И это государством не считается даже за наркотик. В то время как за траву людей сажают на долгие годы. Причем, да, кстати, та же самая трава растет свободно. Вон на полях мы видели в новостях не раз. В Гомельской области, к примеру. Целыми гектарами. И кто что с этим делает? Никто ничего. А зато за граммы, миллиграммы в кармане уже сажают на значительные сроки. Так, хорошо, перейдем к следующей новости. В Бресте ОМОН свернул 5 противников строительства аккумуляторного завода. Ну, тут уж дело совершенно, по-моему, однозначное. Вторую неделю подряд в Бресте задерживают противников строительства аккумуляторного завода. В прошлый раз за участие в акции задержали блогера Сергея Петрухина и активиста Константина Остапука. После чего мужчины получили штраф, а в пятницу Остапук был задержан снова и сейчас находится в ВВС Бреста. Ну, понятно, предварительно, чтобы не бузил. На этот раз перед началом акции на центральной площади Бреста милиция задержала Дмитрия Андрасюка и еще одного активиста. Пока известно, что его зовут Андрей, а после окончания кормления голубей в отделении оказались Юлия Зубик, Татьяна Фесикова и Владимир Мороз. В акции приняли участие 45 человек. Вот у нас тут даже видео есть.
Сейчас все задержанные находятся в Ленинском РОВД. Властям нужно сделать все, чтобы люди не выходили на площадь Ленина. Поэтому начались репрессии в виде задержания самых активных противников строительства аккумуляторного завода, рассказал Белсату местный правозащитник Роман Кисляк. С 25 февраля брестчане выходят на центральную площадь города и протестуют против аккумуляторного завода, который строится недалеко от Бреста, но ничего не меняется. Начало производства планируется в конце года. Там наладят полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Да, это дело как бы известное. В конце года планируется, насколько я знаю, также и запуск АЭС. Подвоз топлива и уже потом запуск. Так что, да, как говорится, год заканчивается не очень-то хорошо. Так, хорошо, давайте следующую новость. Лукашенко объяснил, почему отменил запрет на продажу спиртного ночью. Ну, это как бы понятно. Прибыли нет у государства. Ну, посмотрим его версию, что же он там сказал. Александр Лукашенко пояснил, почему решил отменить запрет на продажу спиртного в ночное время. Напомним, что запрет на продажу алкоголя ночью продержался около суток. Вот так. В свое время поднимался этот вопрос, и я категорически запретил без моего ведома касаться этой проблемы. Мы же несколько раз переживали это, начиная от запретов и вырубки виноградной лозы, отметил Александр Лукашенко. Я же помню, как проводили комсомольские свадьбы без спиртного, ставили чайник, а туда наливали вино, водку, и начальники, и подчиненные, и партийные деятели пили и улыбались во время этих безалкогольных законов. Президент считает, что запрет на продажу спиртного в ночное время обойдет любой желающий. Это было на моих глазах, когда было запрещено. У работников органов власти в районе, прокуроров, милиции не было проблем. Они закупали и даже перепродавали. Нам это надо. Нам надо, чтобы таксисты продавали это спиртное. И дело здесь не в бюджете. Хотя это тоже важно. Ну, кстати говоря, вот уже это прочитав, как бы, ну, я во многом даже и согласен с тем, что он говорит, поскольку эти запреты глупые. У нас проблема не в том, что там спиртное там продается в ночное время или что-то такое. У нас проблема именно в безысходности, в том, из-за чего люди пьют. То есть люди пьют везде вообще и всегда пили. Поэтому да, правильно, как он говорит, эти запреты ни к чему не привели. Мы помним, что было во время сухого закона в Америке, или, например, при Горбачеве даже. Ни к чему хорошему это не привело. Единственное, к чему приводит, это всегда такие запреты. Это подорожание спиртного и падение качества. То есть начинают делать какую-то бормотуху, контрабандисты появляются, которые зарабатывают в обход государства. И все равно как пили, так и пьют. То есть это не выход. Проблема именно в самом государстве. Что люди из-за чего пьют? Потому что они не видят другого выхода. То есть полная вот эта безысходность, полная жопа. И многие люди, которые не смогли нормально устроиться, скажем так, в жизни, они либо валят, если есть возможность такая, в другую страну, ну, либо спиваются, опускаются, то есть становятся вот каким-то быдлом. Только сильные, как говорится, пытаются там как-то держаться до последнего. Ну и те, у кого есть там нормальная более-менее работа, семья, там жизнь какая-то, они да. Так что тут отчасти я даже с Лукой согласен. Но дело в том, что, а кто эти условия создал? Разве не он? Поэтому вот эти все вещи, которые он говорит, это, как говорится, смешно. То есть он сам отчасти является причиной всего этого, но говорит, что, понимаешь, тут вот такое дело. Так, почитаем чат. Запуск АЭС отложен на год. Ну, слава богу, хоть что-то хорошее. Только полный запрет на производство алкоголя и сигарет. Ну не знаю, Георгос, ты же понимаешь, что полный запрет к чему приведет. Будет везти паленую водку из России, будут варить самогон какой-то в лесах, там, да даже в квартире. Кто мешает, ну, купить сахара, там сделать брагу и какой-то поставить самогон. Милиция же не имеет права ходить просто по квартирам всех и проверять, ты варишь самогон или нет. То есть, ну, как бы запрещено, не запрещено, но все равно. Понимаешь, что это приведет только к ухудшению качества
и к тому, что доходы будут идти в обход. Надо сначала что-то менять все-таки в экономике, в жизни. Тогда люди как бы сами меньше начнут задумываться тем, чтобы бухать. Потому что смотри, вот если ты был на прошлом стриме Пальчиса, то там как раз эту тему он нормально осветил. Понимаешь, пьют много, например, и во Франции, и в Англии. Но там нет такой проблемы, даже та же Япония. Вот возьми Японию и смотри, там блогеры наши, которые вот живут, показывали, допустим, что в пятницу там вообще просто трэш творится после работы. Там с вечера и до утра. То есть в Японии, например, нет, как у нас, запрета на то, чтобы пить на улице. То есть там ты можешь брать пиво, водку, там что угодно и бухать на улице прямо. И люди там утром под утро валяются, и в метро там можно встретить пьяных, упоротых совершенно. И на улице. И это как бы, ну, ничего для них, потому что, а на следующий день они идут на работу и спокойно, вот, культурно работают. То есть это вот отличие от нас. А у нас тут такого нет. У нас, если человек бухает, то это, как говорится, все. Если алкаш, то ты сразу понимаешь, что это алкаш. То есть надо пить культурно, с умом. А для этого нужны нормальные экономические условия. То есть, чтобы человек, допустим, пришел, расслабился, там выпил, если он хочет. Но не более того. А когда именно то, что у нас, когда люди пьют от безысходности, не потому что им хочется там в хорошей компании, в приятной, там под хорошую закуску насладиться там отличным вином или там чем-нибудь еще, а просто, ну, тупо нажраться, чтобы как-то упороться и уйти от реальности. Это разные немного вещи. Так, бомжи варить самогон не будут. Ну, бомжи и другим способом добывают. Всем привет. Привет, Лис Лесок. Так, нужно применять опыт Финляндии. Кто хочет, пусть едет в алкатуры в определенные страны. Так, во Франции качество алкоголя соответствует. Да, согласен, согласен. С нашим, конечно, не сравнить. Самогон стоит дороже винища. Ну, так это если покупать, а если варить из всякого говна. Культура питья. О, вот, да, Марат, культура питья. У нас культуры питья нет. Это проблема. Так, чего у нас там дальше еще? Давайте-ка посмотрим. Вот, давайте-ка. Нужно на фура... На так, вот, ну, нужно на журфаке искать потенциальных экстремистов и отчислять их. Блин, по-моему, уже не... сколько-то лет там собеседование проводят для тех, кто хочет поступить на журфак. А теперь еще Давыдько решил подлезать и сказал вот такую вещь. То есть, насколько я помню, год назад этот Давыдько, он же руководил Советской Белоруссией, по-моему. Лизал как только можно пятую точку власти. Думал остаться до последнего. Не помогло, Лукашенко его снял. Тем не менее, он, видимо, не научился на этом. И думает, что дальнейшее лизание определенных мест власти поможет ему удержаться, так сказать, на каких-то там должностях, верхах. Сейчас он чем там? Белой Русью руководит, да? Белой рысью. Так. Экстремистов хочет искать. То есть, ну понятно. Искать людей, которые могут быть нелояльны власти. Это у нас теперь так называют экстремистов. Не поддерживаешь лукашизм, вот весь этот гнусный режим, все вот это, что происходит здесь, да? Значит, ты экстремист. То есть, по сути, нормальные люди у нас это экстремисты. А вот все вот типа Давыдька такие, это у нас не экстремисты. Ну что ж, посмотрим, поможет это ему или нет. Вот 3 октября в Минске прошел круглый стол 3-го фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия Док». В ходе него высказались в том числе бывший председатель Белтелерадиокомпании, ныне глава Белой Руси Геннадий Давыдько и секретарь официального Белорусского союза журналистов «Политический обозреватель БТ» Андрей Кривошеев. Политический обозреватель БТ, да, это уже звучит смешно. А зачем на БТ нужен политический обозреватель? У нас нечего обозревать. Какая политика в Беларуси? У нас нужен просто пресс-секретарь Лукашенко. Он все скажет. Потому что политика Беларуси это Лукашенко. И государство тоже. Зачем еще обозреватели какие-то? Фестиваль финансово поддерживает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Также его активно рекламировало агентство Россотрудничества, которое отвечает за формирование имиджа России и поддержку россиян за рубежом. В этом году для фестиваля выбрали фильмы с четкой антиамериканской и антизападной направленностью.
пропаганда про Сирию, цветные революции и так далее. Круглый стол был на тему документальное кино в эпоху постправды. Это Киселева, значит, да, в эпоху типа Киселева. Ну, нормально. Там обсуждали, в том числе борьбу с фейками. Прекрасно. И кто же, интересно, борется с фейками в России и у нас на БТ? Мамонтов какой-то. Так, что там у нас с фейками, они боролись, да? Геннадий Давыдько сказал, что документальное кино собирает документы с целью максимального влияния на мир, чтобы направить его в правильное русло. В правильное русло, да, я помню, Википедию, говорят, там даже переписали, когда было дело со сбитым Боингом, чтобы, типа, показать, что не могли сбить они Боинг, что Россия не могла сбить Боинга. Ну, прекрасно, да. Про людей, которые этим занимаются, он сказал так: и хорошо, если этот талантливый человек стоит на позициях созидательных, у которого есть моральные принципы. Очень важно журналистике, с факультета журналистики, факультетов экранных вузов быстро находить молодых людей, которые думают по-экстремистски, и отчислять. Страшно, когда они талантливые и когда начнут служить злу. Ну блин, одного уже, я вижу, не отчислили несколько десятков лет назад. Сейчас уже вот служит злу активно. А кому он будет служить? Ведь эпоха пост-ньюс, фейки, это страшно. Согласен. Он считает, что необходимо сверить наши часы, посмотреть, кому мы служим в это время, и ату его ату, кричать своевременно тем, кто пытается найти легкую славу на нише лжи. Ну да, Давыдько немножко получил уже, сейчас, наверное, может еще, как он там говорит, ату-ату, ну посмотрим, может его власть подвинет, так сказать, на посту руководителя Белой Руси. Так, сейчас очень приятно и просто. Ты сделал какую-то гадость в интернете, и ты знаменитый. Плюнул просто какую-то гадость в интернете, и ты за это не отвечаешь. Но ты популярный человек, ты блогер. И его все знают. И это дети фейка. Вот ставить такому эмоциональную, смысловую и правовую оценку. Хотелось бы, чтобы у нас на этот счет была выработана некая система в журналистском и режиссерском сообществе. Ну и в законодательстве тоже. Блин, по-моему, у нас и так уже настолько все там выработано в законодательстве, что свободных СМИ не осталось. Всех прессуют кого угодно. Только почему-то ни БТ, ни УНТ за их вот эти фейки, за все вот эти их высеры, типа там Легиона Черных Душ и тому подобное, и там дохлые крысы в водопроводе, никого, по-моему, не наказали. Так что, Давыдько, ты это там, напиши бумагу, чтобы посадили кого надо. Ты же знаешь, кто это все делал, эти фильмы снимал. Нельзя укрывать преступников по твоей же логике, а ты вот укрываешь. Так, Андрей Кривошеев про эпоху постправды. По словам Андрея Кривошеева, что до наших информационных пространств эпоха постправды еще не дошла. Он считает, что эта проблема более знакома России, Казахстану и Армении. По словам Кривошеева, эти страны могут нас научить оборонительным методам противодействия этой постправде. Ну да, зачем нам какая-то постправда? У нас как бы государство все в монопольном режиме контролирует практически. Вот уже до интернета хочет добраться. Нам как бы какая тут постправда? У нас пока еще правда в виде БТ и ОНТ господствует. Вот когда появятся реально миллионники-блогеры, которые будут мочить вот эту всю говнопропаганду типа Давыдьки там и прочие вот этой всей кодлы, тогда да, у нас будет, по их словам, постправда какая-то, с которой надо бороться. Пока они понимают, что бороться у нас в принципе не с кем. Но уже насторожаются, так сказать. Ладно, оставим эту хрень и посмотрим немножко чат. Кто там у нас? Так, культура питья прививается со временем. О, 9 человек даже смотрит. Кто смотрит, отпишите в чате. Интересно знать, 9 человек у нас тут, кто у нас тут есть. Поставьте плюс, кто смотрит. А пока я перейду к следующей новости. Если вы не против. Шуневич заложил аллею в честь угрозыска недалеко от места НКВДшных расстрелов. Ох, это прекрасно. В Минске накануне столетия со дня образования белорусского уголовного розыска была заложена лиственная аллея. С этого дня в Ленинском районе столицы 17 молодых ясеней будут напоминать о вековом труде
отечественных сыщиков. В Лошадском усадебно-парковом комплексе, где состоялось историческое событие, собрались бывшие руководители уголовного розыска республики, ветераны, действующие оперативники, курсанты Академии МВД. Открывая мероприятие, министр внутренних дел Игорь Шуневич поприветствовал гостей и подчеркнул символичность мероприятия. Кроме того, что эта служба легендарная и, можно сказать, основная в правоохранительной системе, она еще богата своими традициями, отметил глава ведомства. Огромное спасибо всем тем, кто в свое время вложил всю душу и время в становление белорусского уголовного розыска. Пусть аллея станет знаковым местом встречи прошлого и будущего поколения сыщиков. Свидетельствовать о посадке деревьев 4 октября в честь столетия уголовного розыска будет и памятный знак, установленный в начале аллеи. А для меня это волнительное чувство. 100 лет ведущей службе Министерства внутренних дел поделился эмоциями в прошлом начальник УГРО республики, а ныне председатель постоянной комиссии по национальной безопасности и член Совета Палаты представителей Валентин Михневич. Много чего изменилось с начала моей службы, хотя мы и по сей день общаемся с коллегами. К слову, сегодня здесь присутствуют даже мои учителя. Гости сделали первые снимки с молодыми деревьями, которые теперь должны укорениться, окрепнуть и перезимовать. Ведь планируется, что каждый год здесь будет проходить торжественное мероприятие, посвященное не только дню розыска, но и другим памятным датам ведомства. Но одно уже название звучит интересно. Значит, Шуневич, который гордится тем, что его потомки были НКВДшниками, да, надевает форму НКВД, он заложил аллею в честь угрозыска недалеко от мест НКВДшных расстрелов. И пишет о том, что, значит, он гордится тем, что вот его деды расстреливали людей на том месте, где вот сейчас он делает аллею. Вот знаете, когда я это читаю, мне это прям напоминает слова из Библии. Как там это говорил Христос, когда обличал вот этих фарисеев всех, говорит: «Горе! Горе вам, лицемеры, что вы строите гробницы пророкам, которых убили ваши отцы, тем самым доказывая, что вы дети тех, кто убил пророков». То есть, ну, это вот прям в точку по поводу Шуневича и его нынешнего поступка. Так, посмотрим, кто там у нас в чате. Да, вижу Марат. Алексей Троцкий, кто дизов понаставил? А вот тут, между прочим, Алексей, у меня возникают некоторые подозрения. То есть, сначала был один диз, я понимаю, это, скорее всего, от ватников наших, которые у нас регулярно подписаны на наш канал. А потом, вдруг, внезапно, прилетело еще 4 диза, неизвестно откуда. Так что тут такое ощущение, как и про оружие то же самое. Там прилетело тоже 4 диза. Такое ощущение, что какой-то бот подключен, и он минусует. Это, знаете, с чем связано? Вот про оружие тоже такая херня была. То есть сначала был, по-моему, 1 или 2 диза, а потом прилетело автоматически тоже ровненько 4. Вот за секунду. Поэтому тут, блин. Кот, как тебе клипец Слепакова про Баширова и Петрова? Не слышал, не смотрел. То есть я знаю какой-то клип там, но я, честно говоря, не очень так смотрю. Поэтому не в курсе, о чем клип. Так, ладно. 9 человек смотрит, тем не менее, отписали у нас только Марат и Алексей Троцкий. А еще 7 человек. Это кто у нас, как говорится, очень интересно было узнать. Может быть, Георгас еще, но все равно 6 еще человек остается. Непонятно. Кто там нас так любит смотреть молча? Прям даже не знаю. Ладно, давайте дальше продолжим. Новый час у нас тут пишет. Каб не было новых конфликтов и боек, громадская дирекция Куропатов, згодная на официйный помник, але у иншем месте. Керавник громадской дирекции народного мемориала у Куропатах Олесь Чахольский пропоновал компромиссный вариант размещения мемориального знаку памяти и примирения, які улады збираются поставить на погорку у центры Куропатов, поведомляя Радио Свобода. Каб не было новых конфликтов и бойк, каб годно заховать память об ахвярах репрессий. Раней активисты КХП БНФ да и інших громадских организаций, якія уже шмат годов опекаются куропатами, выказывались супраць
становления официального мемориального знаку. На конт вмешания державы у Куропаты наша позиция не изменилась. Нема чего туды лезти. Там уже стоит мемориал, створенный народом, потлумачил Олесь Чахольский. Але что до усталевания памятного знаку, мы готовы на компромисс и сгодная, каб ён был поставлены на подножье горы. Повторюся, не на узвыше, прозванным Голгофой, а на подножье, на уваходе у мемориал сбоку Минску. На наш погляд, ён там будет, до речи, и не порушить ансамбль мемориалу, який уже склался. Поводле Чахольского идею гэтага компромиссу подтримливают як сябры громадской дирекции народного мемориалу, так и пикетовцы ресторации «Поедем, поедим». Да, кстати, вот мне кажется, что вопрос с «Поедем, поедим» гораздо важнее, чем попытка власти установить этот мемориал. Гораздо лучше бы решили вопрос с «Поедем, поедим», который туда всунули вообще не к месту. Компромиссный вариант усталевания мемориального знаку ухвалил у размове с корреспондентом «Свободы» наместник старшини партии КХП БНФ Юрась Беленький. Про гэтую пропанову каже Чахольский. Ведаюць и авторы официального мемориального знаку. Активисты готовые взять удел у добропорядкования увахода у Куропаты, где пропануют усталевать официальный мемориальный знак. У приватности забруковать дорогу. В общем, власть предлагает свой знак. Я так понимаю, это вот они вот такой проект сделали. Ну, что тут сказать? Что тут даже сказать, не знаю. Так, что у нас здесь? Ага, Лис Лисок смотрит, да, Георгас смотрит. Марат, сейчас тебе плюсану. Да, спасибо, Марат. Ватники еще не подтянулись. Тогда вопрос стоит еще серьезнее. А кто ж тогда дизов действительно понаставил, если даже ватники не подтянулись? Вот у нас здесь Федя подошел. Привет, Федя. Привет. Я тут как раз вот новостной выпуск веду, очередной. Что-то никого нету сегодня. Смотрю там в чате несколько человек. Дизов дофига прилетело в этот раз. Ватники не подошли, уже 5 дизлайков откуда прилетело. Народ спрашивает, что это такое. Я говорю, сам удивляюсь. 4 одновременно прилетело. Один кто-то поставил, видно, живой точно. Я думаю, что все просто на дачах заканчивают сельскохозяйственный сезон. Да, это правильно. Для нас это очень важно, понимаешь? Пока сельскохозяйственный сезон не закончится, о революции думать не приходится. Пока бульбу не собрали, какая тут революция может быть? Погниет на полях. Что есть потом? Сначала надо бульбочку собрать. Революция тоже требует средств. Да. Революционеров чем кормить? Идеями вождя. Пишут тут в чате. Честный разговор снял ватный ролик, что Польша угрожает Беларуси. Типа это враги, а не Россиюшка. Ну, это как бы, да, дела ватников. А вот смотри, я вот на днях выпустил видео про необходимость легализации оружия в Беларуси. А вот что ты об этом думаешь по поводу легализации? Вот ты живешь в стране, в которой оружие легализовано. Ну, я понимаю, ты считаешь это плюсом, я думаю? Или минусом все-таки? Конечно же плюс. Как же? Ну, вот видишь, да. Так сказать, это древний спор про легализацию оружия, но мне кажется, что все аргументы уже давно очевидны, и за, и против. Если кто-то продолжает вести спор на эту тему, то мне кажется, что это просто элемент троллинга или какого-то развлечения. Не, у нас это вообще, у нас этот вопрос практически, ну, так и не поднимается. У нас вот сейчас больше легалайз легких наркотиков. А по поводу оружия говорят, типа, ой, нет, ну что, это ж такой экстремизм, это оружие дать ни в коем случае нельзя. У нас нет культуры обращения с оружием, это ж все набухаются и начнут друг друга мочить без разбора. Оружие нельзя, ни в коем случае. И тут Лукашенко устроил жесточайший троллинг. Сейчас я как раз эту статью и зачитаю, раз мы до этого дошли. Раз мы как раз до этого дошли, чтобы под тему, сейчас я эту статью прочитаю. Лукашенко недавно
ну, 6 вот числа озвучил такую вот речь, сказал на полигоне там: «Не дай бог война, мы раздадим 7 миллионов пулеметов и автоматов каждому взрослому белорусу», заявил Александр Лукашенко 5 октября во время посещения одного из армейских полигонов Брестской области. «Держать в руках автомат должен уметь каждый белорус. Для Беларуси наиболее приемлемая схема – это регулярная и компактная армия, профессиональный институт в оборонительной сфере и 7 миллионов подготовленных к бою с противником жителей страны». Если что, напомню, у нас население 9 миллионов 400 там с чем-то тысяч. Короче, он сказал всем, кроме детей, если будет война, раздать оружие. У меня тут другой вопрос возникает. Как он потом намерен его собрать? Да, на самом деле проблема оружия же просто решается. То есть, как бы, и просто, и сложно одновременно. То есть в любой стране, в любое время и при любых обстоятельствах. А именно это судебная система. То есть, есть определенные наказания там, за убийство или за ранение, правильно? И вопрос, насколько они реализуются, эти наказания? Ну, вот. У нас они очень реализуются, то есть даже оружие тут ни при чем. То есть что касается... Все, я тогда поддерживаю Александра Григорьевича, оружие надо раздать по пулемету, если все поддерживается. Тогда я тоже эту идею... Плюсую. Да, эту идею конкретно я тоже поддерживаю, по поводу того, что надо раздать оружие. Только тут одна оговорочка. Ну, в первую очередь, я думаю, вот я только подсоединился, услышал про оружие. Только, во-первых, нужно легализовать для начала оружие, а потом уже и обучить людей, как он сказал, с ним обращаться. Да. А так он раздаст оружие тем людям, которые не умеют с ним вообще обращаться. Так он и сказал, что все должны пользоваться. Ну, правда, он имел в виду конкретно случай войны. То есть, а я вот и сразу Феде говорю, меня больше интересует вопрос, как он потом намерен его собрать. Нам нечто собирать. И опять же, вопрос обучения тоже будет регулироваться и стимулироваться судебной властью. То есть люди, как бы опасаясь нехороших приговоров в здании суда, они будут подходить серьезно к владению оружием. Вот. Тут вообще не надо фантазировать. Ну, получается, он намекает на легализацию оружия. Лукашенко намекает, что он сейчас легализует оружие. Судебная система хорошая, справедливая Белоруссии, то владение оружием вытекает напрямую из нее. Ну, в данном случае, я думаю, он конкретно боится Путина, поэтому он боится войны. Ведь все ужасы, которые описывают противники легализации оружия, они связаны не с оружием, а с плохой судебной системой, с государством и так далее. Обратите внимание. Так это чиновники говорят про оружие, что это плохо и так далее, что народ быдло, и он не умеет обращаться с оружием. То есть ничего, да, реформы никакие этом, не нужно делать в этом плане. Об этом и простые люди, многие ватники, то есть говорят об этом, что не то хочется... То есть в армии можно оружие, да, в течение 2 лет, а не в армии нельзя. Странная логика. То есть в милиции можно оружие этому быдлу раздавать, а обычным людям, то есть нельзя, гражданинам. Тоже гениальная логика. Притом, Фридом, насколько я знаю, требования для службы в милиции сейчас гораздо ухудшились. То есть даже люди, не служившие в армии, без каких-то особенных, так сказать, моральных там установок могут служить. То есть отбор... Вот с колхоза же берут, да. там у них баллы снижены намного. С колхозников отбор, там колхозы берут. К сожалению, намного снижены. Отбор вообще гениальный. То есть самых тупых и быдловатых людей туда берут. Закончу речь до его. Вот он также говорит: пистолеты, автоматы, стрелковое оружие для нашей Беларуси, как я не в шутку говорил, что если у нас будет достаточно стрелкового оружия, автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним, не дай бог война, мы раздадим в каждую семью, и мы будем защищать свою территорию всеми. Ну, детей давайте выведем. Старики и даже женщины, 7 миллионов человек, 7 миллионов получат оружие, чтобы они могли защищаться. Так он будет реформу делать по легализации оружия, он сказал? Нет, это? Он сказал насчет войны, то есть если уже начнется война, то он собирается раздать. Вот. Так нужно сначала легализовать оружие, как он будет раздавать людям, которые не умеют вообще обращаться? Нужно сначала реформу делать по поводу легализации оружия, а потом уже это говорить. Так нужно это ж Лукашенко. Реформа относится к использованию его в повседневной жизни. Тут суть идет, Фридом, о том, что когда начнется война, то есть Беларусь-то маленькая, так он понимает... Так люди не умеют, еще раз повторяю, люди не умеют обращаться изначально. Ему на это поздно. Они научатся без участия государства. В том-то и дело. Зачем тогда было это говорить?
Затем, чтобы подгадить противнику. То есть, если страну захватят, то он готов сделать все, что угодно, лишь бы только противнику устроить веселую жизнь. Потому что если страну захватят, то он уже как бы не будет контролировать ее. И государство тоже. Поэтому какие он реформы сможет провести? Так и логично было бы с его стороны сказать, вот мы раздадим 7 миллионов оружия, и сейчас будем готовить типа население к случаю форс-мажорных ситуаций, то есть вот, по легализации короткоствольного оружия и так далее. Вот так Фридом он никогда не скажет, потому что ты знаешь, что он боится людей, которые умеют обращаться с оружием, то есть вот кто даже в Украину там ездит, их сразу арестовывают, поскольку он боится, что его свергнут. Только в военное время, он говорит. Вот война начнется, тогда раздадим. А не начнется война, никакого оружия не будет. И чтоб никто не умел им хорошо, пользоваться. Вот предположим, начнется военное время, он раздаст оружие, и люди не умеют общаться с этим самым оружием. Гениально, да? Да, вообще. Ну, ты же знаешь, он у нас как что-нибудь сказанет, так это, как говорится, да. И дальше комментарии. Вот тоже его спрашивают. Если бы не эта пружина, вы были бы первыми. То есть там его спрашивают, были близко к Российской Федерации. Насколько вы отстали от Российской Федерации? Отстали на 2.5 минуты. Это мелочь для биатлона. А, так, это вот... По поводу чего-то там. Речь зашла о танковом биатлоне. Вот что это по поводу танкового биатлона комментируют китайцы там. Понятно. Но это уже с учениями связано. Кстати, по поводу ватников. Они же не хотят оружие, чтобы было легализовано. Потому что они не являются гражданинами. То есть они никак не оставят свои права гражданские в первую очередь. И они не хотят, чтобы в первую очередь граждане получили это самое оружие. Потому что, ну, придется что-то делать. Ну так да, ватникам как бы это да, им все равно. Ну им бы лишь бы выпить что-нибудь и все. То есть вся их жизнь так проходит. И критиковать активных людей. Именно гражданинов. Ну, в этом и состоит суть ватников. Так, по поводу доски БНР. Тут новость есть. Менгар Вакамкан дослал официальный отказ на конт противников дошки БНР. Наместник старшини Менгар Вакамкана Игорь Юркевич отказал на зворот журналиста Северина Квитковского на кон дошки БНР. Мемориальные шильды для дома, где 100 годов тому обвестили незалежную Белорусскую республику. Не глядяще на шерах, обещания у дошку не вешают уже 25 годов. Вот. Потекаялся сирот иншего у Менгарвенкама, что за такие ветераны супроть мемориальной дошки БНР. Отказ подкресленный червоным. Но тут есть фотография. Что некие ветераны там против того, чтобы повесили эту доску. Честно говоря, какое им дело до этого? Ветераны чего? Да, тем временем петиция уже набрала 3300 подписей за то, чтобы повесить доску. Не, ну а что значит раздача? Раздача — это просто как бы такое слово, крайне абстрактное. Наверняка не будет такого, что будут ездить по деревням и по городам грузовики и скидывать мешки с оружием у входа в жилище. Наверняка будут какие-то пункты и раскидают приглашения, типа, кому нужно оружие, вот заходите. Может быть, даже при раздаче будут какие-то минимальные там тесты при так называемой раздаче. Ну вот, зашел к нам в чат, смотрю, Бендер Вегас.
опять же, люди же не дураки, они же не берут, допустим, те, кто не умеют ездить на машине, они же не идут в магазин, где раздают машины, да, и не берут себе автомобиль, не умея его водить. Прекрасно понимая, что либо они сами могут погибнуть, либо они там кого-то убьют на дороге. Так же и с оружием. Автомобиль гораздо более опасное оружие, чем пистолет или даже пулемет. Вот в итоге он хочет, грубо говоря, эти автомобили раздать тем, которые не умеют ими, с ними обращаться, грубо говоря. Как с оружием. Ну там же Александр Григорьевич не имел в виду, что вот к тебе подъедет человек, даст тебе пулемет и обяжет тебя им владеть. Такого же не будет. Раздача оружия, это просто так звучит, как бы фривольно. А на самом деле, если мы говорим серьезно о процессе, то будет все наоборот. Человек будет приходить, и там какие-то минимальные тестирования будет он выдерживать, конечно же. Грубо говоря, добровольцы будут приходить за этим оружием, а не все подряд. Ну или там по звонку, там, мне нужен пулемет, хочу быть добровольцем. Так он уже сказал, 7 миллионов, то есть все взрослое население, женщины, мужчины, да. То есть там от 18 все, кроме и выше. Кроме детей, 7 миллионов. Да. 7 миллионов. То есть 7 миллионов, то есть он всем раздаст, не имеет значения, даже люди многие вообще оружие не видели, в принципе. Особенно старики и так далее. То есть он всем раздаст оружие, так он сказал. То есть люди, которые не умеют вообще обращаться никак с оружием, и некоторые даже вообще его не видели. Ну, это несложно. Я не знаю, ну сколько там курс длится, ну неделю. Ну, так мы же говорим, что он, ну, делай тогда курс, если ты говоришь, что будешь раздавать оружие. Ну, давай, делай. Грубо говоря, 4 занятия и 4 практических занятия. Даже не так, 2 теоретических и 4 практических. Ну, итого месяц на подготовку. Два раза в неделю. Точнее, 1 раз в неделю и 2 недели по 2 раза в неделю. Вот мне кажется, такой объем знаний. Так, далеко не все новости у нас вот плохие. Есть и довольно хорошая новость по поводу того, что собираются, возможно, поднять порог беспошлинных вот этих на посылки из-за границы, беспошлинный порог. Сейчас у нас всего лишь 22 евро в месяц, а потом пошлина 30%. То есть практически ничего заказать невозможно, мелочь только всякую. Хотят поднять до $200. То есть это уже более-менее хоть что-то. В России для сравнения 1000 евро, по-моему, еще. Хотя собираются тоже до 500 уже снижать в ближайшие годы. И в Казахстане тоже 1000. А у нас всего 22. Так что такие дела. Порог безмытного ввоза товаров у международных поштовых отправлений у Беларусь может быть повеличены, поведомил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган у эфира программы «Гутарка с президентом» на телеканале «Беларусь-1». Ну и тут краткая справка о том, что есть пропанова повеличить порог до $200 и 31 килограмма. Теперь пропрацовывается проект указа, який будет унесен на разгляд керовника державы, заявил министр. Ну и дальше там, что с 14 апреля 2016 года введена сумма беспошлинного ввоза посылок из-за границы 22 евро и 10 килограмм в месяц, независимо от количества самих посылок. А до этого было, по-моему, 120 евро. И даже, по-моему, на короткое время, на несколько месяцев, до 200, кажется, увеличивали. А потом сразу уменьшили до 22. Будет неплохо, если этот закон пройдет. Так, следующая новость. Ермошина опять что-то ляпнула. Белсат нам сообщает. Ермошина сказала, для белорусов главное не выборы, а чарка и шкварка. Ну, в некотором смысле она даже сказала и правду. Что многие приходят в Атаны не столько проголосовать, сколько купить дешевые водки в буфете.
Если вдруг вам не нравится, как в Беларуси проводятся выборы, и вы ждете хоть каких-то изменений в нынешнем избирательном законодательстве, появился ответ, когда такие изменения могут быть, а точнее, без чего их было и их не было, не будет. По мнению неизменного председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, реформы в избирательном законодательстве невозможны без изменения Конституции. А референдум по изменению в Конституции не готовится, по крайней мере, Центризбиркомом. Однако, действительно ли Конституция препятствует изменениям избирательного законодательства? Поговорим с председателем Движения за свободу Юрием Губаревичем и руководителем отдела информации Белсата Александром Корниенко. Так, вот тут есть видео. Ну что ж, коли раптом комусь из вас, шановные глядачи, не досподобы, як у Беларуси проводятся выборы, и вы чекаете хоть неких изменов у тебя. Товарищ пишет. Референдум по изменам в Конституции не рыхтуется, принамсі Георгис. Или Джорджис. Он пишет о том, что Белпошта от ограничений на посылки ежегодно теряет миллионы баксов. Я вот это все время, последние несколько минут, думал об организации всяких таких курьерских фирм, которые доставку делают. Так в том, что касается курьерских фирм, там еще жестче законодательство. Там, по-моему, всегда было 10 евро беспошлинный ввоз. И до этого еще. Даже когда это государственной почты касается. То есть до этого, насколько я знаю, было 120. Пока вот не ввели эти ограничения. А то, что касается курьерских, например, DHL этого, то там 10 евро и все остальное пошлины. То есть у нас как пытаются это обходить? Есть сервисы такие, типа как «Почти почта» называется. Там ты, значит, регистрируешься на сайте, и тебе дают адрес такой, ну, короче, их вот этого офиса в Москве. И ты можешь из Китая заказывать на тот адрес. То есть в России беспошлинный ввоз 1000 евро. Соответственно, ты можешь заказывать на 1000 евро, а потом, потому что внутри таможенного союза вот эти пошлины не действуют. То есть, если ты из России покупаешь что-то, да, посылку заказываешь, то это не касается. Только из-за границы таможенного союза. Поэтому многие пытаются так обходить. Ты платишь какую-то небольшую комиссию вот этому сайту, и на 1000 евро можешь, так сказать, там себе заказывать из Китая чего угодно и привозить. То есть так вот пытаются обходить. Но это что касается действительно крупных посылок там на сотни долларов. А если что-то среднее, там, например, на 30, на 40, то это как бы такая вот ситуация, может быть, не совсем выгодная. Не, ну пошлина — это вопрос уже государства. То есть это пошлина — это одна из форм грабежа населения государства. Это чисто политический вопрос. Так наше государство и живет за счет грабежа населения во многом. У нас же нечего грабить в смысле природы особо. То есть у нас есть там лес, да, есть соли калийные, там добывают еще различные ресурсы, типа там для строительных материалов, торф и прочее. Но ты же понимаешь, что это не алмазы, не золото и не нефть. С Россией, допустим, с той же или с какой-нибудь Саудовской Аравией не сравнить. Поэтому им приходится грабить ресурс, добывать из населения в виде разных пошлин, налогов внутренних там и внешних, то есть грабить предпринимателей, грабить народ всякими этими поборами, иначе где им взять деньги? Ну и кредиты, конечно, и, конечно, кредиты и контрабанда — это тоже, кстати, существенно, особенно санкции вот эти антироссийские и ответные антиевропейские санкции очень хорошо сыграли на руку Лукашенко. Ну и другим участникам таможенного союза, кроме России. Они гонят эти все санкционные товары в Россию контрабандой и навариваются на них. Ну, я пошел с терминологии. И думаю, что выкористовывать слово «выборы», «парламент» это будет неправильным. Мы ну да, лучший ресурс — это свобода. Компании, якія, если бы наладить торговлю свободой, как это делают Соединенные Штаты Америки. Там они это делают, кстати, очень дозированно. Видовочно, уже какой люди сногсшибательный эффект. В своем житті у звязку с выборшими кампаниями. И опошняя выборшая кампания, мясцовые советы, якая отбылась в этом году, она продемонстрировала
поўны крызіс таго, за чым стаіць спадарэнне Ярмошына і беларуская ўлада. Людзі не вераць у сумленныя справядлівыя выбары. Ну, как бы на этом просмотр видео я завершу. Лебедько на этом сказал как бы все. Люди не верят в свободные и независимые выборы. Так, перейдем к следующей новости. На Александра Денисова из группы Дедюки могли завести уголовное дело за репост. Неизвестный милиционер позвонил на домашний телефон журналиста и музыканта Александра Денисова и сообщил об уголовном деле, которое якобы завели за репост ВКонтакте. О чем идет речь, музыкант не знает. Он написал заявление в прокуратуру и ОВД Октябрьского района Гродно с просьбой провести проверку по факту анонимного звонка. Участковый, который не назвал своего имени и фамилии, разговаривал с несовершеннолетней дочерью Александра. Он спрашивал ее, где находится отец. Сказал, что в отношении меня возбуждено уголовное дело, якобы за размещение информации в социальной сети ВКонтакте. Допрос, а иначе я не могу расценивать такой сбор информации, моей несовершеннолетней дочери продолжался более 10 минут. По словам Александра Денисова, неизвестный вел себя грубо, запугивал девушку, а разговор с ним вызвал у нее шок. До сих пор никто из правоохранительных органов с Александром Денисовым не связывался и не сообщил об уголовном деле, не вызвал на допрос или беседу. Расцениваю такое поведение сотрудника правоохранительных органов как способ оказать на меня, мою семью психологическое давление, лишить меня и моих близких людей покоя с целью помешать моей культурной деятельности в качестве музыканта группы Дедюки, написал журналист. В июле у него, значит, у его коллеги Алексея Кайриса прошли обыски с конфискацией ноутбуков и телефонов. Гродненская милиция начала проверку по факту клеветы и оскорбления личности. Вероятно, речь идет о руководительнице участка обслуживания УЖРЭП Ленинского района Гродно Светланы Жилинской, которая упоминалась в сюжете Белсата в программе «Объектив». Так что да, такие дела. Анонимные участковые звонят и угрожают, что какие-то дела там есть. Хотя никто даже не знает, есть ли там реально какое-то дело или нет. Пока никто не прокомментировал. А как вам новость о том, что Беларусь завела 1,5 миллиона уголовных дел на иностранных туристов? Знаем такое дело. Был особо такой... В чем прикол? И в чем прикол? Бизнес просто. Говорят, что у нас хороший бизнес завлекает, а потом их грабят, соответственно, иностранных вкладчиков. Именно из-за пересечения границ. Туристы, Freedom, не инвесторы, не бизнесмены, именно туристы. Человек приехал в Беларусь там посмотреть, пофоткать или проездом, транзитом. Вот был случай типичный с японским художником. Там аниме, которое рисует. Он, значит, через Украину. В Украине купил раритетную винтовку, по-моему, он купил там. Или что-то такое, патроны. И все нормально, продали, украинская таможня все пропустила. Он сел в самолет, когда прилетел в Минск, то его задержали и дали ему, по-моему, там года 3 за перевозку оружия незаконную. И в белорусской тюрьме он посидел. Француза какого-то за патрон, насколько я помню, тоже там судили. Но его отпустили, по-моему, потом оправдали. Потому что был резонанс очень большой, как и с японцем, в принципе. То есть но японцы, ну, японцы не отпустили. Говорили. Но японцы не отпустили, японец отсидел. А, ну, ну дали там меньше, по-моему, скостили ему. Да, ему как-то немножко скостили, но они француза несколько лет посидел. Быстро там отпустили, потому что там много кто снимал, кто много кто повещал об этом. То есть из одного патрона там хотели его посадить вроде на 5 лет или на 10, где-то так. Ну, объясняют они это просто, что незнание белорусских законов не избавляет иностранцев от того, что какие будут последствия. Старшиня КДК Анфимов отказал на критику своего артикула. Каб зразуметь его, треба быть профессионалом. У конца жнивня керавник Держконтроля Леонид
Анфимов опубликовал на сторонках Советской Белоруссии программный артикул «Якими нам быть». Анфимов выставил себе працаўнікам, яких кольвек рынковых реформов. И он хвалил стабильность и с ностальгией узгадывал часы плановой экономики. За таким артикулом Анфимов трапил под шквал критики молодейших экономистов, якія назвали такі погляд ретроградским, а их носьбітаў при уладзе пагрозай эканамічнаму росквіту краіны. Ну не знаю, по-моему, у нас все равно совок. То есть не понимаю, что они там возмущались. У нас все равно такие же ретрограды, как этот Анфимов, управляют экономикой. Какие там молодые экономисты, кого критиковали, честно говоря, я даже не понимаю. Так. Беларусь примет участие в учениях НАТО. Сербия. Прекрасно. У патриотов рванет пукан. Как это так? А как же? Почему не ученик с братской? Нет, это же мы патриоты, они не являются патриотами. Но они-то считают как раз себя патриотами. У них рванет. У ваты. Так. С собаками. А что-то это у тебя там звук, вот только конец фразы было слышно. Говорю, учения будут международные, натовские. На праздник Покрова патриарха Кирилла пригласили в Беларусь. Ну тогда... Это неудивительно, Федя. Беларусь же поддержала белорусская эта церковь. Москву, в отличие от, например, от грузинской. Грузинская православная церковь, насколько я слышал, она как раз-таки поддержала то, что автокефалию Украине дают. А наша церковь за патриарха, поэтому его и пригласили. Собственно, а куда его еще? Это же папа римский же недавно был в Прибалтике. Беларусь так и не приехал. Вот суббота, 13 октября, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Пресвятительский визит начнется, а первосвятительский визит начнется с совершения всенощного бдения. Так что, ребята, готовьтесь встречать главного мафиозера России. Который... Не подпускайте близко детей, потому что они педофилы в основном. Ну да, слышали много новостей по поводу, как они детей. Нехорошие вещи делают с детьми, мягко говоря. По поводу опять запретов алкоголя. Радио Свободы показывает, коли и як обмежовывали продаж алкоголю у Беларуси и что с гэтага вышло. Менский гарвенканканам принял решение обмежевать у ночный час продаж алкогольных напоев с 1 кастрычника 2018, ну то есть с 1 октября. И все это продержалось ровно сутки. Ну то есть вот этот ночной период. И все, а потом отменили. Коли и у яких еще городах обмежевывали продаж алкоголю? Поводле менских уладов. Что дня тягом году с 23 до 7 будет заборонено продаж алкоголю у тым лику и пива. То есть ночью с 23 вечера и до 7 утра алкоголь купить нельзя, по идее. Но мы знаем, что можно, если очень хочется. Это еще когда-то давно кто-то сказал из российских государственных деятелей, что суровость русских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Это вот и нас касается тоже. Потому что алкоголь приносит, к сожалению, одну из наибольших прибыли государству вместе с табаком. И в числе крупнейших налогоплательщиков у нас все время оказывается Минский кристалл, завод виноградных вин и этот, как его, и табачная фабрика Неман.
Поэтому не могут они никак бороться с алкоголем. Если они его поборят, то где же они деньги тогда будут брать? Еще и курение, если. Наша власть не находит ответ. Бизнес-то они не хотят развивать, мало и там особенно способствовать ему. Они его грабят и уничтожают. А как они еще тогда, кроме алкоголя, будут добывать деньги? Через суды. Ну да. Через сигареты тоже. Там же половина непонятно куда уходит, на что тратятся деньги. Там ролик есть у идеи. Бай. По этому поводу. Хороший. Насчет других запретов. Вот здесь у нас пишут. В 2015 году в Минске и в областных городах вводилось уже запрет вот этот на продажу алкоголя с 22 до 9 утра, видимо. И продержалось, тут написано, что правило действует через 15 червеня, але литерально праз месяц Александр Лукашенко провел народу на якой скритиковал деяния уроду по обороне внутреннего рынка алкогольной продукции, а с 25 жнивня заборона на продаж алкоголя у крамах была снята. То есть продержалось меньше 3 месяцев. Так, в областных центрах, вот в Гомеле с 31 октября 2013 года проходил локальный эксперимент по обмежеванию доступности алкогольных, слабоалкогольных напоев и пива. Ну ладно, в принципе, что-то читать, это как бы известное дело, я вот скажу так, что когда проходят мероприятия все, допустим, у нас, да, типа выпускных в школе, каких-нибудь крупных праздников, не всех, некоторых, то тоже эти запреты, сухие законы действуют. Но люди, как говорится, знают заранее, и они закупают алкоголь за день до этого. Поэтому такой запрет не помогает. Вот у нас есть карта здесь. Когда ограничивали ночную продажу алкоголя в Беларуси? Витебск, 2010 год, Минск. С 15.06.15 по 25.08.2015. Ну вот тот, о котором я только что говорил. Могилевская область, 2006-2009. Гомель, октябрь 2013. Пинск, вот жнивень 2011. Это у нас август вроде как. Так, Берести тоже жнивень. Это Брест. Жнивень 2013 тоже. Странно. Вот как-то смотрю. Сильно мало. По-моему, эти запреты периодически действуют в разных городах. Когда вот праздники всякие ограничивают. А тут что-то мало на карте запретов этих описано. И про другие города не сказано. Неужели там не ограничивали? Что-то не понимаю, какая-то карта неподробная. Заявление нашего министра Макея на этом на Генассамблее ООН на 73-й. Министр иностранных дел сказал, что из-за ситуации в Донбассе Беларусь несет значительные потери. Республика выступает за построение справедливой, предсказуемой и недискриминационной торгово-экономической архитектуры в Европе, сказал Макей. Со ссылкой вот на спутник, Беларусь несет значительные экономические потери из-за конфликта на Украине. Это спутник так пишет. Заявил в понедельник министр иностранных дел республики Владимир Макей на общей дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава белорусского МИД в понедельник выступил на общей дискуссии Генеральной Ассамблеи. Так, министр отметил, что республика входит в состав Евразийского Союза и заинтересована в интенсивном экономическом взаимодействии с Евросоюзом. Беларусь, подчеркнул он, в полной мере ощущает на себе взаимосвязь геополитики и экономики. Зависим от внешних рынков. Из-за конфликта в Украине и роста напряженности в регионе, кстати, заметьте, там был артикул самого спутника, то есть там было написано «на Украине», а здесь слова, цитата самого Макея, и то есть он говорит «как надо».
То есть сразу видно, где русским миром пахнет. Так, вот, значит, напряженность в регионе, санкции. Так, наша страна, пусть не напрямую, а косвенно, но несет значительные экономические потери, констатировал Маккей. По словам министра, Беларусь, как средняя по размерам страна, с одной из наиболее открытых экономик, на экспорт идет около 60-70% ВВП, очень зависит от внешних рынков и международной торговли. В том числе по этой причине мы неизменно выступаем за построение справедливой, предсказуемой и недискриминационной торгово-экономической архитектуры как в Европе, так и в других регионах мира. Да, это Беларусь выступает уже там, какую-то структуру там хочет построить, которая учитывала бы интересы всех государств, отметил министр. Нацелиться на интеграцию. Неотъемлемой составляющей подобной архитектуры, уверенной в Беларуси, должна стать реализация многоуровневых интеграционных процессов. Республика заинтересована в сближении как с ЕАЭС, так и с ЕС. Ведь наша западная граница, по сути, остается единственной экономической границей на пространстве между Лиссабоном и Владивостоком, а в перспективе может быть и Шанхаем. Поэтому Беларусь последовательно продвигает идею интеграции и интеграции. То есть интегрировать ЕАЭС в ЕС. Так вот и говорит наш глава МИД. Вот Алексей здесь к нам подошел. Алексей, вот как ты оцениваешь слова Маккея по поводу интеграции экономического этого союза евразийского с ЕС? Это полностью утопичная идея, потому что Европейский союз – это правовой союз. А Евразийский союз – это, грубо говоря, внутренние договорники в обход всех правовых норм. То есть не может у нас демократический союз существовать с авторитарным. Это просто исторически невозможно даже. То есть от вообще, это знаешь, как это можно рассматривать шаг Маккейна как отъем власти у Лукашенко. Ну, а если вдруг он свою кандидатуру в 20-м выставит, и рокировочка будет, и Маккей так резко на Европу. Че? Что произойдет? Это очень маловероятно. А вдруг? И вот тут митинги начнутся. Ну ладно, это я так, я о чудесах говорю просто. Вероятность того, что российские танки будут кататься по проспекту Машерова, она выше. Ну, нет, в принципе, эти же рекламы ЕС в Минске я вижу постоянно. Эти рекламы мало что значит. Лукашенко просто знает. Не, ну что, он кредит в МВФ выбивает, да, тоже. Он всего лишь выбивает кредит. В Европу он не интегрирует. Это и... Почему? И кредит МВФ это и есть интеграция в ту же Европу. Лучше взять кредит от МВФ, ну, то есть от Запада, чем очередной раз от России, чтобы меньше от России зависеть. Это же логично. В том-то дело, что он хочет просто взять кредит. И не более того. Кредиты и МВФ берет вся планета, даже Габон. Ну это понятно. Но все же... Причина этому то, что у МВФ низкие процентные ставки по кредит. У Китая, например, процент гораздо выше. У Китая невыгодно брать кредит. Помню же, какая-то страна понабирала кредитов у Китая, и Китай в итоге полностью ассимилировал какую-то страну там в Африке, что-то такого. Там у них даже валюта китайская начала идти из-за этого. Аргентина, по-моему, в свое время у МВФ понабирала кредитов, и потом им был дефолт. Вот, интересный случай, такая небольшая новость. Один житель Бреста продал машину другому за 10 тысяч. За расчет в валюте у одного конфисковали деньги, а у другого машину. Как бы, в принципе, дальше можно и не читать. Но я так для подробности прочитаю. Так брестчанин, который продавал свой Volkswagen Jetta, остался и без машины, и без денег. Мужчина оценил свое авто в 20 тысяч рублей.
он от покупателя принял валюту $10,000. В результате у продавца конфисковали всю полученную за автомобиль сумму, а у покупателя конфисковали автомобиль. Кроме того, на покупателя наложен штраф в 50 базовых величин, то есть в 1225 рублей. Прекрасно. Страна для жизни. Посмотрим, что пишет в чате. Да толком ничего по теме. Там, как всегда, Бендер флудит. Ну, от Ваты толк, что хоть и стрим продвигает. Я смотрю, да вот и... к тебе Ай подошел. А то сначала было как-то совсем пусто. Васп пишет. Ну, Пальчис правильно сделал, что забанил его. Ну, а что он делает еще? Кроме, по существу никогда ничего не пишет. А Пальчис разве его забанил? Он же оставался. Ну, он, по-моему, на следующий стрим, вчера же он делал стрим Пальчис, и, по-моему, его тогда забанил. А, я не смотрел просто. Ну, у нас, что как бы показывают, у нас самый демократический сервер в Беларуси. У нас нет... Нет, ну, я если никого. Честно, сам бы банил бы, но тут просто... Мы же их свободу слова не ограничиваем, если так мы их баним, понимаю. К примеру. Мне просто все равно. Ну, это так, просто если троллик, это видно. Есть троллик, который систематически, к примеру, вышла новость, даже если она правильно хорошая, Вата в любом случае придерется и какую-то фигню не по теме напишет. И так систематически. Таких людей обычно банят, то есть они специально это делают. Как лукоботы, что ли. Но их свободу никто не нарушает. Это самое главное. Да, я понимаю. На БТ же никто не заходит из Змогаров писать систематические сообщения, как это делает Бендер. Это бессмысленно. Это бессмысленно. Ну, кому ты их будешь писать, если там... Ну ладно, на какому-нибудь батному блогеру же никто не заходит из Магаров, чтобы специально ему писать. При этом в том-то и заключается суть. На БТ не заходят, потому что там забанят и уберут все сообщения. Потому что это особенность диктаторских режимов. И ограничивать свободу, и не предоставлять возможность другой стороне высказаться. Вот в чем дело. Поэтому на БТ нет смысла заходить вообще. При этом другие СМИ, не БТшные, они будут... ограничивать по полной. И давать при этом карт-бланш, как мы уже говорили, российским СМИ. То есть не трогай их абсолютно. Вот такая вот вата и получается, как Бендер. Так, вот последняя новость, которая у меня тут есть, из таких более-менее значимых. Больше половины белорусов не читают книг. Ну, это вот такие, как Бендеры. Кстати, Бендер, мы тебя банить не будем, ты пиши. Ну, не надо вот оскорблять Бендера. Может, он очень читающий, может, он книголюб, откуда ты знаешь. Да это какой он книголюб? Вата не может в априори что-то читать, но они же у них ограничены. Да ладно, возьми пример, возьми пример того же Давыдька, которого мы не так давно вот разбирали перед этим. Я не думаю, что это человек не настолько глупый, но это не мешает ему быть ватником. Давыдька. Кого ты, извиняюсь? Давыдька, я говорю. Это не мешает ему быть ватником и подлизывать власти как только возможно. Это не зависит от того, понимаешь? Сколько я имею в виду таких продажных, то есть не продажных, а обычных просто тролли, которые, ну как Бендер, которые никто никому не платит, но они в априори будут вписываться за Луку и за его шайку. Как Бендер. Понимаешь, люди читают разные книги. Кто-то Mein Kampf, например, любит читать. Его можно назвать книголюбом, как ты думаешь, Фридом? Того, кто любит читать Mein Kampf. Или нет? Нет. Причем тут... Они даже Mein Kampf такой книги не слышали. Они вряд ли это читают. Такой Бендер прочитает, не знаю, такие детективы какие-нибудь, мне кажется. Я не знаю, что он читает, и не хочу обсуждать ничьи личности. Мы занимаемся новостями. Так, посмотрю, что у нас тут еще пишут. Меньше половины белорусов с разной периодичностью читают художественную литературу. Остальные совсем не дотрагиваются до книг. Из белорусских авторов чаще всего называют Короткевича и Алексеевич. Такие вот выводы исследования, проведенного Институтом социологии Беларуси.
А у нас еще, оказывается, институт социологии остался. Странно. Я думал, все закрыли. Кстати, Бендер, ладно, я последний раз коснусь Бендера, последний раз обещаю на стриме. Где мы не говорим неправду? Один пример, ты ни одного примера за все стримы не привел. Ни одного ни разу. А вот вы лжете на постоянной основе, и вам на это наплевать. То есть вас никто не прессует, вы лжете и нагоняете на активных граждан. И вам это нравится. Но а этого не признаете. Давно еще сказал на стриме, там, когда в начале сентября был стрим, говорит, три попытки тебе назови, Бендер, он сказал, где, что мы говорим не так. Никакого ответа не было. Так он же по существу никогда ничего не говорит, он вписывается за луку. То есть он гонит на активных людей, и тем самым он отрабатывает, можно сказать, деньги за то, что он делает, в принципе. Кстати, сколько тебе Бендер платит, ты мне скажи? Ну, не может быть человек, который смотреть то, что ему не нравится, но на постоянной основе, и комментировать. Ну, либо человек психически нездоровый, либо ему за это платят. Систематически человек так не может сделать. Может, он убежден. То есть я же вату не смотрю, к примеру, ОРТ, ОНТ, там, даже Шари я не смотрю, потому что ну, он снимает про то, что мне вообще не интересно. Зачем? Может, он идейный. То есть он идейный, смотрит то, что ему не нравится. Он хочет нас остановить, он хочет предотвратить катастрофу, которую ожидает Беларусь, если Александр Григорьевич, не дай бог. Так, Федя, для этого есть гораздо более простой способ. Перекусить кабель, который соединяет с интернетом Беларуси. Так нет, он же только за интернет, он же ничего не делает, он только критикует. А вата же не способна ничего. Ты в одноклассничках не посидишь. Вот именно. Они же только могут на кухне критиковать и пить водку. Все, это вся их активная гражданская деятельность у вата, как Бендер. Кстати, по поводу критики, вот хочу задать такой вопрос. Freedom Беларусь. Что ты выберешь? Лукашенко или захват России? А третий вариант не дано? Нету, два варианта. Ну, конечно же, независимость. Это логично. Но с другой стороны, если Россия захватит Беларусь, она быстрее развалится. Почему? На каком основании ты это утверждаешь? Ну, тяжело, Крым дается, видишь, как тяжело. Экономика не выдержит, Федя. Экономика будет слишком сильно вниз. Это ускорит развитие. Тем более, и не нужно выбирать путь России, это логично. Ну слушай, если Беларусь добровольно отдастся, это же другая ситуация в случае с Крымом. Нет, я думаю, добровольно она не отдастся, она отдастся только аншлюзом, а аншлюз предполагает снова дотационный регион. Логично, да. Снова придется подтянуть ремень. Поскольку, так вот, Freedom Беларусь, у тебя, я знаю, ты публикуешь там новости в группах. Есть какие-нибудь еще новости по Беларуси, которые мы еще не озвучивали сегодня? Не, ну Алексей, с другой стороны, это нифига не дешево. То есть даже смерть одного человека, да, это дорогая цена для... Ну понимаешь, о чем я говорю, да? Я думаю, в России со спецслужбами рассчитываются дозами кокаина. Это единственное объяснение их неадекватности. Ну это да, там же новость была по этому поводу, из Аргентины, этот кокаин и так далее. А если это кокаин, потом через нашу открытую границу идет к нам, через Россию, как это обычно бывает. Я считаю, что сейчас любой уважающий себя наркобарон просто обязан на свои поставки клеить ярлык «Единой России», просто для того, чтобы скрыть следы. Кто такой Статкевич? Статкевич — это лидер белорусской этой социал-демократической партии. Это городской сумасшедший. Ну да, можно сказать. Лучше о нем просто не знать. Эндрю Вегас его и опасается. Так мы тоже как бы опасаемся отчасти. Ну, не то, что не опасаемся, ну, просто его Бендер Вегас такой тип человека, ну, классическая вата, которому нужен в априори лидер. То есть он не самостоятельная личность, он не может о своего имени что-то сказать против наемных рабочих своих, которым он платит с налогов. То есть он ему, ну, как личности, нужен какой-то хозяин сверху.
То есть да. Это такая черта ватника. Рабский менталитет. И когда они говорят о других людях, они смотрят на них исключительно вот с этой точки зрения. А кто твой хозяин? Ты чьих будешь, когда они говорят про кого-нибудь? Ты Статкевича будешь? Или ты чьих будешь? Или ты Миленкевичев? Ты чей раб? Потому что они не понимают, что мы действуем от своего имени. То есть мы не входим даже ни в какие партии. Поэтому они смотрят, вы за оппозицию, понятно, да, вы Статкевича. Даже, к примеру, если бы люди состояли бы партии, то есть люди, к примеру, на акцию сходили, им нужна какая-то защита. Но при этом они не могут не поддерживать главу той или иной партии. Ну да, пример... Или там тех или иных людей. Пример простой. В том же ЭГП там многие не поддерживают там лидеров того же Лебедьку, ну и что. То есть каждый там единица со своим мозгом. Но Бендер не понимает даже таких простых вещей. Простой пример вот с тем же Игорем Клещуком, который был. Он вынужден был обратиться в партию, ну это точнее даже не партия, а движение общественное за свободу, Рух за свободу, для того, чтобы они помогли. Тогда на него было давление серьезное, когда были тунеядские марши. И он был вынужден обратиться, и партия ему помогла. А представляете, вот реально подумайте на секундочку. Представляете, что бы было, если бы Госдеп реально платил деньги? Какой был бы в стране социальный взрыв? Что еще, извиняюсь, прослушал, то Алексей сказал? Я говорю, что бы было, если бы Госдеп реально платил деньги? Ну, было бы уже, не было бы Луки, я думаю. Я тоже так думаю. Оппозиция бы реально что-то бы делала. Вот что было бы. Да, ведь радикальная молодежь только и ждет халявных денег, чтобы за них проводить какие-то акции. Да проще Луку подкупить напрямую. Не, Лука дороже. Дороже. Молодежь работает за пепси-колу и джинсы. А Лука требует новые модели Мазерати каждый день. Кстати, не все знают, у него там гигантский гараж в его предместье. Он же у нас любитель автомобилей. Коллекционер. Джили. Бел. Китайские эти. Нет, Джили у него на заднем дворе, обслуга на них ездит. Это да, менты. Он же ментам, насколько я знаю, пораздавал своим придворным. Я думаю, Бендер, что Александр Григорьевич котирует в своем гараже Rolls-Royce Phantom. Кстати, Бендер, назови мне хоть одну, на какую постсоветскую страну, на которую напала США, НАТО. Хоть одну. И назови, и теперь сравни с Россией. Хоть на одну назови. Давай, жду ответа в комментариях от тебя. Ты же гений. Сейчас он скажет... Восточная Германия. Так это же не страна СНГ. Ну, постсовка я имею в виду. Хоть одна страна. Давай. На кого напала, убивала, то есть страны НАТО? Солдаты. Нет, он сейчас напишет про Украину 2014. Так кого американцы убивали? Кого, ну, то есть, ну, кого да. Именно американцы убивали? Мне просто любопытна логика Ваты и Бендера. Ну, а Россия, что там, Молдавия, Грузия, Украина. То есть, американцы, вот когда Прибалтика отходила от, ну, совка, они напали, американцы, на Прибалтику? Что-то такого не припомню. А ты еще забыл про гражданскую войну совковая. В Таджикистане. Да, еще это... Армения, Азербайджан, вот это Абхазия. Да, Карабахский конфликт, потом возможное возникновение Полесской республики в Беларуси, которая не состоялась, потому что Лукашенко начал интегрироваться. Бендера, Россия напала на Грузию, как бы. Это уже все знают. Поинтересуйся хоть немного, они слышат. Ладно, пример, хорошо, давайте... Так, короче, ответы мы не услышали от Ваты. Поскольку, да, он не ответит ничего. Будем просто продолжать наше дело, не обращать внимания. В общем, такое дело, что хотел сказать. Поскольку основные новости Беларуси прошли, теперь, как называется у нас, новости Беларуси и мира. Теперь, какие важнейшие новости мира у нас здесь можно было бы обсудить? Вот чечено-ингушский конфликт меня очень интересует сейчас.
Раз уж была упомянута Грузия и Кавказ в целом, то хотелось бы сказать, что если Америка напала на Грузию, и из-за этого в Грузии стали самые высокие зарплаты в регионе, выше, чем в Армении, в Азербайджане, в Украине, так пусть тогда Америка нападет на остальные страны, они тоже хотят жить так. А каким образом она напала? То есть, по-моему же, насколько если бы не там тот Буш или кто там был тогда в США, Грузии бы не стало бы. То есть Россия бы полностью захватила бы Грузию, соответственно. То есть нацистская Россия бы полностью ассимилировала все, как она сейчас и делает, пытается сделать. То есть Бендер нацист, самое что ни на есть русский. США не нужно нападать, США через дипломатию добивается своего, а не через быдло, как вот ты, понимаешь? Не быдло способами, понимаешь, Бендер? А зачем можно, США? Можно перечислить страны СНГ. На самом деле все происходит даже не так. Дело происходит так. Сидят американцы у себя там в кабинетах, открывается к ним дверь, и на карачках приползает очередной Порошенко Петр Петрович, Петр Алексеевич, и умоляет американцев прийти к ним и спасти их. Так, давайте перечислим страны СНГ. Нет, я имею в виду не СНГ, а постсовка. То есть зачем им было нападать на те же Прибалтику? Зачем они на так ушли от них? Зачем? Достаточно вот грузовик, грузовик какой-нибудь техники подогнать, и все, и страна СНГ в кармане. Вот именно, то есть через дипломатию. Я хочу напомнить, как Прибалтика вступила в НАТО, хотя это было... не оговорено соглашениями будапештскими. Дело в том, что Россия напала на Косово. Из-за этого Америка, точнее Прибалтик, решила, что и они не хотят себе таких великолепных соседей, непредсказуемых. И хором постучали в дверь НАТО сами. Ну вот. Сами просто белорусы сейчас сами все это сделают, попросятся, и ничего Россия им не сделает, если все белорусы одновременно все, то есть американцам нужны, друзья, соответственно, союзники экономические. Они ни на кого не нападают самостоятельно, если на то пошло. Помимо России, в первую очередь. Не, ну Бендер выглядит, конечно, замечательную логику демонстрирует. Смотрите, США засыт напасть на СНГ страны. Следующее предложение. Она весь мир только может нагибать. А СНГ настолько велики, что, как говорится, это вам не весь мир. Больше мира. Это элита. Вот если на СНГ, то получит по щам. А что такое СНГ? Ой, это Туркменистаны, господи, всякие? И Азербайджан. Союз независимых государств. Беларусь в том числе, Россия. Ну, то есть единственная страна, которая представляет из себя хотя бы 1% ВВП мирового, это Россия. Все остальное — это пару домов в Калифорнии по стоимости. Зачем нападать на страны СНГ, когда можно их просто купить? Полностью, вообще полностью. Вообще, еще смешное название. Союз независимых. Это какая-то пост-ирония. Почему? А что ироничного в СНГ? Ну, какой же это союз и каких же это независимых? Ну, независимых союз, типа конфедерация такая постсоветская. Входит Армения, Туркменистан и Беларусь, и все. И то. Мы стремительно пытаемся дружить с Западом. Тоже Армения. Съезд там, Меркель приглашали к себе. Там, прошу прощения, про Великий Кыргызстан забыл еще. Да, точно. Таможенный союз еще. Это гениально тоже. На США никогда на СНГ Бендер Вегас не нападут, потому что он никому не нужен, этот СНГ. Его просто не видно на экономической карте мира, его не видно. Микроскопический. Просто логики нападать США на страны СНГ, то есть вообще полностью нету. Просто бери и сотрудничай. Не хочет — не сотрудничай. Более того, я даже скажу, что транспортировка оружия в страну СНГ будет стоить дороже страны СНГ. Смысла нет нападать. Ну, в Грузии же была в СНГ. Ну, вот они отошли спокойно. Ну да, кстати, Америка тратит примерно $1 миллиард в сутки на войну в Ираке.
И получается, что если бы она просто эти деньги разбрасывала над любой страной СНГ, не понадобилось никакое бы оружие, никакой бы армии. Все бы просто разбежались бы за деньгами. Соотношение лайков и дизлайков у нас ровненько наполовину. 7 дизлайков, кстати говоря. Это один из крупнейших показателей у нас. Из Бендера. Классический дис от Бендера. А вот не знаю, может... Он работает по графику, то есть это вата, то есть специально приходит на стрим, чтобы поставить дис. То есть и они еще говорят, что ботов нету. Это психическая, опять же, болезнь, либо это боты реально. Ну не знаю, раньше Бендер просто заходим дизлайки на БТ. Не ставил. Сейчас возможно. Ну, я не... То есть, может, кто-нибудь знает, как эта болезнь называется, когда ты заходишь специально на канал и смотришь специально то, что тебе не нравится. Систематически, главное. То есть мазохизм, каждый раз. Это называется заход... мазохизм. Ну, то есть, я не понимаю, ну, может, вы знаете название болезни этой. Ну что, поскольку основные новости разобрали, можно стрим заканчивать. 1.5 часа у нас уже прошло. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про донаты. Не забывайте про наши группы в Телеграме, в Дискорде. И, конечно, да, ждите американского вторжения, ватнички, если вы так хотите этого ждать. А мы будем ждать хороших, так сказать, изменений, положительных. Нет, в том-то и дело, что...